Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. У меня есть три молодых человека, но один это мой бывший. С ним мы в дружеских отношениях, а затем нынешний молодой человек и друг мой. Я часто люблю общаться с ними, но часто понимаю, что замуж не хотела бы ни за первого, ни за второго, ни за третьего. Иногда думаю, что вышло бы за бывшего, он сделал мне предложение. Кольцо до сих пор ношу, красивое очень. Парни много, мне грустно и одиноко. Благодарю за советы. Ну, в первую очередь, аноним хочется сказать следующее, что психологи советов не дают. А мы занимаемся тем, что помогаем людям, конечно, в себе разобраться. Это правда. Но советов давать психолог не может. Потому что это было бы нарушение, нарушение профессиональной этики. Вот. И само собой это было бы некорректно. Вот. Поэтому это первый момент, на который нужно обратить внимание. Вот. Второй момент, на который нужно обратить внимание, второй момент, это то, что вы хотите выйти замуж. То есть, как будто бы, вот, все, что вас волнует, да, все, что вас беспокоит, это вот замужество. Но понимаете, все ли дело в замужестве только? То есть все ли дело только в том, выйдете вы замуж или нет? Дело в том, что по вашему описанию получается такая история, что вы просто боитесь сближения. Вы просто боитесь сближаться с мужчинами. И надо сказать, что не мудрено. Потому что в глубине души вы себя обесцениваете. В глубине души вы, скорее всего, не знаете, какая вы. И именно от того, что вы не знаете, какая вы, вам боязно сближаться с мужчинами. Вот. Потому что те могут вас определить. Те могут вам навязать что-то свое. А вам, конечно же, этого не хочется. И вы этого боитесь. Даже если не осознаете этого факта. Отсюда такое большое количество мужчин. И так мало, какой-то искренности. У вас. Вот. То есть это вполне нормально, чтобы это исправить и чтобы изменить, нужно, чтобы вы начали сами управлять своей жизнью. Нужно, чтобы вы начали сами заниматься своей жизнью, нужно, чтобы сами начали ее выстраивать, нужно, чтобы вы начали опираться на себя, понимаете?
а не на кого-то другого. А сейчас происходит ситуация, к сожалению, в точности да наоборот. И в этом заключается основная боль. В этом заключается основная проблема. А вы, если вы боитесь близости, если вы боитесь психоэмоционально сближаться с человеком, если вы боитесь серьезных отношений, вот, а именно такое впечатление у меня возникает, что вы боитесь серьезных отношений, вот, то это вопрос, конечно, напрямую касающийся личных границ, вот. То есть, если ваши личные границы четкие, если вы свои личные границы хорошо чувствуете, например, и так далее, то никаких проблем с сближением в принципе нет и быть не может. Но если ситуация не такая, если ситуация иная, то, конечно, вы будете бояться сближаться с, другими людьми. Потому что другие люди здесь для вас угроза. Вот. И очень важно работать с личными границами. Восстановить их, потому что они потеряны. И увидеть свою собственную роль, которая у вас есть. Вот. Что это значит? Что значит собственно? Ну, что такое собственная роль? В данном случае мы можем говорить о том, что вы сводите свою ценность и сводите свою значимость к роли женщины. Только лишь. Тогда как на самом деле вы можете и способны, в принципе, на гораздо больше. Вот. На что я бы хотел обратить ваше внимание? В первую очередь. В первую очередь я бы хотел обратить ваше внимание на то, что вы говорите. Значит, замуж я не хотел бы ни за кого, то есть ни за там, первого, второго, третьего, говорите вы. Вот. Но при этом вышла бы замуж за своего бывшего. И вот возникает вопрос, так, как так получается, что вы замуж ни за кого не хотите, но хотите замуж за бывшего. Противоречие? Противоречие. А что противоречит? Ну, в смысле, вот, что в этой ситуации, да, противоречит друг другу. Давайте попробуем это увидеть. Давайте попробуем это понять. Когда мы увидим стороны конфликта, мы сможем их сблизить, чтобы вы смогли с тобой договориться. Сейчас вы этого сделать совершенно очевидно не можете. Ну, у вас практически физически нет такой возможности. Еще один момент. Это момент, где вы просите совет. Помимо того, что, как я уже сказал, советы, психолог давать
не может, вот, но помимо этого, когда вы просите совет, по сути, это означает, что вы сами не можете. То есть, ну вот, вы сами не справляетесь, получается. Если вы сами не справляетесь, то вам потребуется другой человек. А что будет, когда возникнет еще какая-нибудь ситуация, которую вы точно так же, например, не будете знать, что делать? Вы опять будете просить совет. И таким образом будет снова и снова получаться ситуация, где вы не контролируете сами свою жизнь. За вас это как бы делает другой человек, мужчина, например, или психологи. Вот. В данном случае я бы сказал, что психолог не намного отличается от вашего мужчины, ваших мужчин, точнее, по контентности роли, которую вы ну, как бы определяете человека. Вот. Я не думаю, что это все позитивно на вас скажется. Именно поэтому я и предлагаю вам заняться проработкой своих собственных трудностей и страхов, вот, своими собственными приоритетами, да, восстановлением, может быть, своей ценности, вот, и так далее. То есть, вот, предлагаю вам на эти вещи обратить внимание. И уже потом решать, как вести себя в отношениях с мужчинами. А последнее, о чем я бы хотел сейчас сказать, это о ваших чувствах к мужчинам, то бишь. Что это за чувства у вас к мужчинам? Например, к бывшему. Вот. То есть, если вы вот, ну, говорите, да, что, вот, что вышли за бывшего бы замуж. А что это за чувство, которое вызывает такие мысли? Как бы вы его назвали, это чувство? Давайте попробуем его выделить и увидеть, к чему это чувство стремится. К чему оно стремит вас и подталкивает вас. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу.
Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.